Возможно, проблема с жильем является одной из причин того, что большинство пар в Валданском районе воспитывают двоих детей. Ведь на третьего ребенка в прошлом году решилась лишь каждая шестая семья. О демографической ситуации в районе расскажет Татьяна Вахнина. В Валданском районе девочки рождаются чаще мальчиков. Растет количество двоен. Большинство детей имеют обоих родителей. У 45 малышей есть только мамы. Таковы данные отдела ЗАГС по Валданскому району за 2017 год. Ну, в 2017 году органами ЗАГС Валданского района было зарегистрировано 434 актовых записей о рождении. В числе новорожденных 218 мальчиков, 216 девочек. 6 пар двойняшек. Это большое количество у нас за последние годы, не было столько двоен. На второго ребенка решилось подавляющее большинство семей. На втором месте пары, у которых появились первенцы. А родителей, официально ставших многодетными, меньше вдвое. И уж совсем редко встречаются семьи, воспитывающие четверых и более малышей. Семей, которые зарегистрировали рождение первого ребенка, 148, второго 177, третьего 65. И также в четырех семьях на свет появился шестой ребенок. В прошлом году население Алданского района увеличилось более чем на 400 человек. Естественный прирост, однако, отрицательный. Количество умерших превышает число родившихся. В печальной статистике больше мужчин. В 2017 году зарегистрировано 517 актов о смерти. Умерло 299 мужчин, женщин 203. Большинство мужчин умирают в возрасте от 60 до 70 лет. В среднем продолжительность жизни у женщин на 10 лет выше. Основными причинами смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания. Это инфаркты и инсульты. Тенденции прошлого года прослеживаются и за истекший период 2018-го. По данным отдела ЗАГС, смерти регистрируются чаще, чем рождение. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.